Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В чем причина пафосного поведения, причем у весьма успешных людей такое наблюдают? Причина – это демонстрационный тип, вот, направленность на демонстрацию, либо для там поддержание образа, да, вот, когда, ну, человек хочет поддержать свой образ, чтобы вот этот образ, да, прислушивались к этому образу какие-то другие люди, вот, и тем самым, увеличить такое вот, ну, если можно так выразиться, увеличить впечатление от себя, да, вот, ну, от своих действий, вот, от фигуры своей, вот. То есть вариантов тут довольно много. А успешные люди также вот, могут делать это. Для чего? Да, они это делают для увеличение своей, ну, если хотите, внушительности. Вот. То есть человеку очень важно чувствовать себя, ну, значимым. И пафосность, она как раз вот позволяет этих целей успешно достигать, вот, и, соответственно, успешные люди, да, полагают, вот, что пафосность, ну, как-то вот, знаете, продолжают их образ, вот, продолжают их успешность, вот, и они могут быть уверены в том, что это часть их успеха. Вот. Ну, правда это или нет, это уже, в принципе, детали, да, потому что, ну, никогда этого не знаем. Есть успешные люди, которые не пафосные, и, в принципе, они вполне себе успешны. Но есть вот те, кто пафосные, то считают, вот, что это им необходимо. На мой взгляд, ну, пафосность, так же как любое демонстративное поведение, да, призвано отвлечь от чего-то внимание, вот, и привлечь его к чему-то. То есть, если мы видим, что вот, человек использует
своих, значит, ну, своем поведении использует вот такие приемы, да, такие элементы у него есть. Вот, что мы можем с уверенностью сказать о том, что такой человек пытается отвлечь от чего-то внимание. То есть, ну, пытается сделать так, чтобы окружающие люди, ну, окружающие его люди не увидели что-то, не увидели чего-то, чего бы он не хотел, да, то есть, ну, и что-то, что бы он не хотел демонстрировать. То есть пафосность является такой вот, ну, на мой взгляд, не совсем естественным увеличением своей значимости. Вот, значит, в итоге является, ну, если угодно, отражением того, что человек может сам считать слабостью своей, вот. Да? Ну, то есть, если человек в чем-то не уверен, ну, себе, да, вот человек, ну, что-то считает, да, он себе, ну, дурным, плохим, мешающим ему, вот, то пафосность, как раз, призвана, значит, эту историю как-то сгладить, вот, эту историю как-то, ну, перевернуть, да, на немножечко другой лад, вот, и, соответственно, вот, ну, таким образом восстанавливается баланс. Вот, по мнению человека, да, таким образом восстанавливается баланс. Это не совсем в данном случае понятно, чем это интересует вас. Вот, ну, то есть, почему это интересует вас? Чем это интересует вас? Вот, я бы, конечно, хотел это уточнить, потому что, ну, если вы думаете, что пафосность является успешностью или признаком успешности, вот, то вы не правы в данном случае. Вот. Действительно, успешность может дополняться пафосностью, вот, но не определяет ее ни в коем случае. Вот. Это очень четко, очень четко нужно, ну, для себя, да, понимать. И, соответственно, чем лучше, чем быстрее вы для себя это поймете, да, тем вот у вас не будет проблем. Ну, если вам кажется, что сейчас человек становится успешным благодаря своей пафосности, вот, что, опять же, могу здесь
с вами не согласиться, потому что пафосность можно использовать для увеличения успешности, но только если эта успешность уже существует. Вот, если ее не существует, то так в этом смысле ничего не способно сделать. Вот. Нравится нам это или нет. Вот. Поэтому я бы не уделял такого внимания. Значит, пафосности, да, вот, не уделял. Напротив, постарался бы больше, ну, обратить как-то внимание на то больше, чего вы, ну, сами бы хотели бы для себя, вот, и какими путями, какими способами, да, вы к этому подходите. Вот это было бы гораздо, мне кажется, более корректным для вас. Вот. Ну что же, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу, да, стимулировать для себя какие-то базовые посылки для психотерапии, вот, направления, ну, если вам это интересно, конечно. Всего самого доброго.